Привет, дорогие ребята и девчата. Обед быстрый на лавочке. Cheers. Потому что пятница у меня всегда crazy. Место называется Аладдин. Аладдин. Своя фирменная бумажка. Это всегда радует. Ну, конечно же, я же за нее плачу. Но это приятно всегда. Это шаурма или шаверма. Давным-давно это всегда была шаурма. Но несколько лет назад я услышал, что называют люди шаверма. Я не знаю, как турки называют. По-моему, это оттуда в основном. Первый раз я это попробовал в Париже. Ну, где-то в районе таком, где... на улице она, где они срезают с этого вращающегося, как вот правильно назвать, да, такого устройства, где жарится ваше мясо. Значит, ребятки, это американизм. Я даже не знаю, что я получаю. Ну, неплохо. Лепешечки. Они такие прожаристые, ну, сухие. Это хорошо. Я не хочу, чтобы все потекло на меня. Мы сейчас сделаем вот так. Миско. С миском. Неплохо. Неплохо, неплохо. Сейчас надкусим. Угу. Какие-то вот это Mediterranean. Все. Я пойду туда, закажу. А, может быть, у них есть такой плейт, да, как на тарелке все. Это стоит 6,50. Офигенно. Офигенная вещь. Последнее время тоже на YouTube я смотрю много сумасшедших вообще. Crazy каких-то людей, которые говорят, что не пейте, не запивайте воду там. Или запивайте чем-то. Какой-то огурчик. Попался. Хрустнул на зубчике. Отлично. То не пейте, то там пейте, то все, ребят. По мне, так это полная лажа. Хотите пить воду, пейте. Я преследую такой вот. Хороший, видите, она такая хрустящая. Там какая-то, ну точно, какие-то зелени. Мясо. Офигенная вещь. Это не стрим, я просто записываю. В последнее время неизвестно, то стрим пойдет, но не пойдет. И качество лучше. И, в общем-то, нормально. Я что, на стриме себя чувствую нормально. Я что, так, так сказать, в наглядку, в приглядку. Нормально тоже. В общем, весь еще, ребят, обалденная. За 6,50 я бы вот половину съел, половину оставил на вечер. Этот, в прошлый раз я был вот в этом Алибабе. Ну, может быть, я очень голодный был, конечно. Я зарубал этот маленький пита, да, мясо с питой. Я просто слизнул языком. Это прекрасное количество. Угу. Какие-то у нас летающие насекомые. Тепленькая такая, классная. Ну что ж, ребятки, за сим тогда прощаюсь. Увидимся скоро на стримах. До свидания и всего наилучшего.